сейчас. Ни одна из пережитых мной трудностей не сравнится с этой пачкой чипсов. К чему столько драмы? Всего-то и нужно, что немного аккуратности. Гвен права. Некоторые проблемы нельзя решить грубой силой. Бен, панель управления очень деликатна. Нужна предельная точность, чтобы совершить идеальную посадку. Бей! А вот и профессор Люкс. Специалист по редким животным? Мы увидим редкое животное. Мы будем перевозить его в вертолете. Но, Бен, дикие животные очень чувствительны. Я надеюсь, ты будешь с ним аккуратен. По крайней мере, аккуратнее, чем со своей едой. Что? Интересно, что это за животное? Может, подводный тигр? Или волосатый волк? Или робот-единорог? А может, просто гладкий енот? Кибермедведь или пятнистая анаконда? Или... Хватит! Эй! Она это несерьезно, кибермедведь. Вообще-то создание в этой клетке гораздо более редкое и опасное, чем вы можете себе представить. Ух ты! Можно посмотреть? Просим! Что ж, конечно. Ура! Готовы? Ух ты! Это ничего! Смотрите внимательнее. Просто какая-то загогулинка. Когда из кокона вылупится мотылек, его будет сложно не заметить. У него яркий окрас, он может прогрызть любую известную субстанцию. Ха, что ж, кроме этой клетки, да? Вообще-то любую известную субстанцию. Не волнуйтесь, он будет спать, если только что-либо не потревожит кокон. Ну что ж, пора загружать. Хорошо, хорошо, вот так. Не торопитесь, хорошо, и будьте осторожны, как хорошо, сказала профессор. Хорошо, стоп! Вы свое дело знаете. Я разогрею автопилот. Вызывайте, если понадоблюсь. Так точно, дедушка. К взлету готовы. Прием. До заповедника еще далеко, так что проследи, чтобы Бен не повредил ящик. Пока. Еще раз спасибо. Так, Бен, теперь можешь аккуратно опускать. Аккуратно. Аккуратно. Так-так. О, прости. У меня на пальцах остались сырные крошки. Ты не был силачом, когда ел их. Жизнь полна загадок, Гвен. Подумать только. Это тебе надо подумать. Дедушка сказал быть осторожным. Но у тебя не руки, а крюки. Сырные крюки? Так, тут я не виноват. Гвен? Дедушка, что происходит? С автопилотом что-то не так. Придется вести вертолет вручную. И так сначала... Ха-ха! Это я, Тимбукто! Теперь все ясно. Что ж, покончим с этим. Упс, время вышло. Я приведу дедушку. Даже не думай. Или я разбужу мотылька. Не волнуйся, я не причиню вам вреда. Я просто хочу беспрепятственно забрать кокон. Это часть моего супергениального нового плана. Он так хорош, жаль, что не могу рассказать. Нет-нет-нет, это в мой план не входит. Наверняка он не такой уж гениальный. Да, смехотворный, я бы сказала.